И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. И сегодня мы будем обживаться в пещере. Не просто обживаться в пещере, но и там и тинусов, понятное дело, собирать ресурсы и так далее. Это все понятное дело. Итак, ну, начнем с того, что было... И что стало? Во-первых, как видите, у меня два птера. Этот птер был 300-й. Я залутал один... Ой, не здесь. Залутал один дроп, и там были киблы. Я такой думаю, о, клёво. Это я привез сюда додошку. Яичко. Класс, красава. Привез сюда додошку и отправился обратно. На обратном пути залутал дроп и типа думаю, о, клево, киблы. Лечу обратно и примерно на координатах 60 слева, да, 61 слева, 45 примерно справа. О, снизу я сажусь на остров, то есть у меня на плече паразавр, на плече паразавр у меня с помощью мода, то есть вот так вот ты подбираешь и все, то есть на плече у меня паразавр. Меня должно было смутить, то есть я приземлился, чтобы восстановить здоровье, ну точнее восстановиться выносливость. Меня должно было смутить, что-то должно пойти не так. Но меня это не смутило, и я, соответственно, ну там, травоядные бегали, что-то трайки туда все отусили, там был огромный бронто, я не помню, как они обзываются здесь. В общем, я только приземляюсь, у меня сразу же бам, ваншотом, 255-й, что ли, левел, меня сразу же убивает. Меня, птера и... паразавра. Ну, собственно, поэтому его здесь нету. Ну, что делать? Спавнюсь где-то вот там. У меня даже вот точка спавна. Где-то вот западные утесы. Спавнюсь где-то там. Добегаю, разлутываюсь. В инвентаре у меня киблы лежат. Просто смотрю, как на ману небесную паразавра. Ой, паразавра, господи. На птернадона. 200... Не помню, какой... А, не, не пишется. Не помню, какой левел там был. 200... А, соплеменник погибает, это понятное дело. Птеранодон, то есть вот... А, вот, апато... Апатосаурус. Апатосаурус. В общем, короче, он нас вальнул. Да, 255, я же запомнил. В общем, а, даже это юный птеранодон был. Не помню, какой левел там был. Ну, собственно, я его томлю киблами. И думаю, ну, клево, почему бы нет? И думаю... На всякий случай, давай еще и 300-го. Тем более, потомился за один кибл. Кибл нужен был синенький. Синенькие киблы были. В общем, думаю, почему бы нет. Еще 300-го левела. Прилетаю, томлю 300-й. Все отлично. И, кстати, заодно, пока я сюда летел, я замерил. Я в настройках установил возможность прокачки скорости. Вот скорость 162%. И за мной летел птернодон со скоростью 135%. Ничего. Никак не отставал. Он отставал только от меня в одном случае, когда я делал бочку. То есть летишь, делаешь бочку, ускоряешься тем самым на кратковременно, и только так отстает птер от меня. Все. То есть скорость у них одинаковая. Скорость скачать вообще не смысла, даже если это есть в настройках, даже если в мод это позволяет делать, нет смысла вообще. То есть это ни на что не влияет, только на растрату статов. А точнее стат-поинтов. О, слушай, тут неплохо. Это большерогий олень. Олень, добрый день. Он нас сдувает солому. Но, в общем, прилетев сюда, да, я здесь уже обустраиваюсь, думаю, что как лучше сделать. И вот смотрю. Во-первых, про каптодонт. Его нужно будет обязательно притомить. Он не кислотраву лутает. И тут, смотрю, уже есть анкилка при топовый левел. Что тоже вполне неплохо. Большерогий олень мне не нужен. Вот свирепый медведь тоже можно, по идее, притомить. Левел маловатый, но вполне неплохо будет для начала. Наверное, но это не точно. По идее, у меня вот моих вот этих чуваков будет вполне предостаточно. Но в первую очередь мне нужно поставить...
кибитоз, чтобы уже со скалы слезть. Я их специально здесь на скале оставлял, чтобы вот этот медведь не пришел и не замочил никого, пока я где-то тусую. В общем, не стоит забывать, что обычные диносы мне мало чем помогут, как минимум из-за того, что они хлипенькие. Они реально хлипенькие. То есть они мне мало чем помогут в этом плане. Это не стоит забывать. Так, давай выносливость качнем. Скорость я проверил. Скорость никак не работает. И это хорошо. То, что я проверил, мне теперь от этого, скажем так, легче. Так, тебе что качаем? Да урон давай качать, пофигу вообще. Скорость передвижения, понятное дело, не надо. В общем, здесь у меня все пожитки, все ресурсы, что я подлутал по пути. Это вот удоха, вот паразавру только успел яйцо снести. И птернодончик уже я здесь подлутался. Немного стрел. По идее, я надеюсь, что мне хватит все это дело оглушить. Кстати, я этот яд залутал. Этот яд у нас требуется... Слушай, полимер. Я на одном из островов убил зараженного чувака. И с него выпал этот нарост. Но я сейчас подумал, а здесь же недалеко пингвины. Слиток металла, наркотик. Металл, полимер, кристалл. То есть, теоретически, я могу уже сделать даже что-то лучше, чем вот этот дротик и стрелы. Теоретически. А нужно ли оно мне это? Кто бы знал. Ладно, с этим еще разберемся. Кстати, здесь такая неплохая площадка для тренировки полета на вот этих дебильных крыльев. Почему здесь площадка неплохая? Я здесь не заметил что-то сверхъестественного. Все жуткие диносы из модов там, наверху. А здесь... Вот такие вот стандартненькие диносы тусуются, что очень даже хорошо. Так, ладно, для начала спускаемся вниз. О, здорово! 280 левел. Это просто веточка? Ее залутать можно? Не, она так и будет торчать. Так, ну ладно. Понятное дело, строим изначально кибитоз. Стандартный, дефолтный. Какой-никакой, пускай будет. Стенок, понятное дело, у меня не хватает. Извините, я тогда строился около этого. Мне, по сути, это сейчас и не нужно. Мне нужно... Твою мать. Мне нужно просто это для того, чтобы... Да ёпарасете! Я к этому еще не могу привыкнуть. Ну, в общем, короче, да, к этому надо привыкать. Раньше было удобно, нажал как бы и достал. Ну, к этому нужно привыкать. Кстати, теоретически я могу его поставить на... О, да, я могу поставить его на слот, либо я могу поставить это. Кстати, а так, по старинке? Не, по старинке он не работает, типа, нажать на Е, вы не можете использовать клавишу, пока смотрите в руках, да. То есть я ничего не могу изменить, то есть могу изменить... Ну, кстати, да, почему бы нет? Так вот и оставить его. Это, по крайней мере, будет удобно. Пускай будет так. Вообще, зачем я строю вот этот хлам, если в это... Ну, кстати, все-таки здесь поудобнее настройка. В том, что его все-таки лучше видно. В общем, не договорил, зачем я строю этот хлам, если все равно буду... переблагоустраивать все вот и до. Ну ладно, пускай пока будет так. Мне сейчас нужно самое главное, это... Опять забыл, надо же простые ставить кровати. Они стакаются в кучу. Ну, в общем, какой-никакой кибитос построенный. Это уже хорошо. Сейчас самое главное... Хотя ставить. Лучше сделаем так. Ты за мной, ты за мной. Ты на плечо. Они ж упадут, не разобьются. О! А где? А вот. Вот, и как бы уже можно все ресурсы... А, кстати, интересно. Трансфер у нас здесь есть?
инструмент починки. Инструмент трансфера. О, подожди. What the fuck? То есть я получаю разные предметы. То есть у меня теперь появилось два пистолета в руках. Ха, слушай, это прикольно. Я думал, ты типа у одного будешь туда-сюда перекидывать. А нет? А нет, все хорошо в этом плане. Тикс, давай, со всех все перекидываем. И как-то прячем все сюда. Я, конечно, бы урон бы их проверил, но пока что мне это не надо. Кстати, о каком оглушении может идти речь, когда у меня вот это чудо по 2000 оглушений накидывает? Точно. Мне остается только взять. Ё-моё, она ж не кисло так оглушает. По 2000. Мне... Во, грибы. Огонь. Грибы у нас есть. Это здорово. Это вот так. Все, вода, еда. Отлично. Так, давай. Ну, слушай, ну мишенька мне точно не нужен. Так что давай посмотрим урон. Ага, там носорог. Ну, то, что урон я прокачал, это тоже так не кисло дает. Отлично. Слушай, она прям не кисло и дамажит. И урон, ну и торпор вносит не кисло. Это... Это, слушай, довольно-таки неплохо. Я доволен тем, что я притомил ее. Так, давай посмотрим про каптодонта. Что, кто, где у нас вообще? Вот, находятся ли они вообще у нас здесь поблизости? П-п-п-п-п. П-п-п-пор-пор. Пора в первый класс. Я алфавит забыл. Про каптодонт. Ох, мать твою. Так. Левел это хорошо. Давай дистанция. 280, 295 вот рядом. 290, 300 рядом. Угу. 300 рядом это хорошо. Ага, здесь у тебя хп-хи, 295 хп-хи много, но значит все остальное раскачано. А вот и что-то среднее. Вот что у тебя раскачано, давай лучше вот этого. Хм. Ну, заодно немножечко пробежимся. О, мелкий. Прикольно. Анкилка. Кстати, да, я сюда прибыл и сразу увидел гачу. Без шуток. Я чутка подофигел, но вон гача. Я не помню, кого, что, как я искал, но гачи здесь тоже есть. Так, 280 левел. Блин, это окошечко бы пониже опустить. Сколько я тут прокачался? Нормас. 800 хп. Стойкости сотки достаточно, это достаточно. Урон, вес. Давай, все-таки 1000 хп. Становя урон. Навык изготовления нет смысла, так как у меня апгрейд мод стоит. Вот, в этом смысла нету. Да, от меня убежать очень тяжело будет. Простым, я имею в виду Диносом. То есть мелким вот этим всем диносом от меня убежать точно будет тяжело. Поэтому... Ах, как светло и ярко. Поэтому с этим проблем точно нету. Альфа-стега. Ну, 100 тысяч хп я точно не вынесу. И я не знаю, сколько он будет носить урон. А здесь у меня 35 тысяч. О, добрый вечер. А не кисло так у них хп прокачивается. Может, и уже смогу что-то и сделать. Сейчас посмотрим, сколько я урона вношу в целом. Теперь. 6000. Ну, в целом, вполне неплохо.
Торпор не заметил, сколько я вношу. Ну-ка. 12 тысяч за раз. Это хорошо. Да ёпарас, это хорош летать. Я вообще-то вас лутать собираюсь. О, точно, свет же вырубился. Такс. Так. Ну, допустим. А, погоди, мне нужно сделать седативку. Иктайм получен, уфут, максимум хелл, крэд... Отлично. Сейчас надо залутать травку. А че, тут травка-то какая-нибудь лутает? Ой, фризануло. А че там за красная полоса? Прайм, альфа... Трицератопс! О-о-о! Прайм, альфа! Хо-хо-хо! Интересно. Интересно. Кстати, да, я тут заметил, здесь солнце всегда через это, через стены просвечивает. Я это заметил, когда я летел, вот там и через скалу мне солнце светило в рожу. Точнее, луч солнца золотого. Слушай, где трава? Вот, наверное, вот этот кустик лутается, да? О, вот это точно должен лутаться. Так, отлично. Как раз 5 стимбри. Я что создал? На, я то создал. Healing Potion. Кстати, точно. И погнали за прокоптонтом. Да, альфач это немножечко проблема. Но не сильная. Да ёпарасоте, мне вот эта вот надпись... Доступно повышение левела. Прям... Ай, какой у меня уже 95 левел. Ну, это логично. То есть, во-первых, мои рейты, во-вторых, это вот это вот и все. Так, здоровье, выносливость, кислород, еда, вода, вес. Ну, по сути, да. Давай урон, пускай будет. Так, 275. Так, мне нужно что? Мне нужно правильно тебя оглушить. 12 тысяч, я тебя точно шотну. Отлично. Дальше. Закидываем. Ну, как говорится, благо не убил. Закидываем вот это и вот это. Вот это. И ты должен начать хавать вот это вот атомица. Плюс 147 левелов. 295. Учитывая, что мне нужно просто для сбора травы, это прям огонь, огонь огневища огнева. Так, ну и теоретически давай попробуем. По 3000. Торпора наносит. Он засыпает. И вот тут уже вопрос, а получу ли я лут с него? Лежит ли у них в инвентаре лут? То есть, хорошо, он заснул. Но лежит ли в инвентаре у него лут, который может дропнуться, к примеру, с альфача? Обычно, типа... Ты ему спас жизнь, красава. Но он все равно сдохнет. Хотя надо было тобой добить, наверное. Эх, я дурной. А, у меня седла все равно нету. Так, ага. Угу. То есть сейчас у меня есть ресурсы для альфа-птера. Это хорошо. Но его нужно будет притомить. А это оглушить и так далее. Допустим. Допустим, с этим как-нибудь разберемся. Грибочки забираем. У тебя вкачиваем урон, естественно. Да. И нужно седло для того, чтобы... Так, 1,5 миллионов. Ну, своими уронами в 3000. Я точно здесь ничего не сделаю. Жемчуг. Надо будет лутануть обязательно. Но, как бы, к нему мы потом вернемся. Наверное. Вот. Про каптодонт это хорошо. Добытчик ресурсов. Вот мне вот это вот интересно. Кого мне притомить для добычи ресурсов? Я бы не хотел лишних диносов себе томить. Для чего? Ну, точнее, почему? Как минимум из-за того, что мне лишние точно не нужны. Они будут нагромождаться в базе.
Я даже думаю, а нужен ли мне гача? Гача как таковое, да, он приколюхи накидывает, но он накидывает приколюхи нужные, ненужные, да кто ж знает. В основном ненужные. Вот, поэтому смысла в этом немножечко нету. Поэтому посмотрим. А, что же сейчас? Сейчас нужно делать седло для ракоптодонта. Так, и пассивочку всем. Пассивочку! А ты, красава, будешь на активочке. Поведение. И... Какова это ваша цель? Отлично. И стой вот здесь. Красава. Дефайт будет нас... Дождик идет, но здесь благо ничего не течет. Как говорится, скала не протекает. Это уже хорошо. Так, скидываем все ресы. И да-да-да-да-да-да-да. Точно. Мне нужно... Давай по весу. Я что-то пока играл в Конан. Я очень сильно привык вот к этой фигне. Не по алфавиту, а по весу. Да, я потом сделаю нормальную сортировку. Точнее, у меня будет этот нормальный... нормальный склад. Но это будет уже потом. Так, это пускай перемалывается. Мне нужно седло на прокоптодонта. В смысле? Откуда? У меня супрайм седло для прокоптодонта. Я с какого-то дропа залутал. Но я-то как бы не против. Нифига себе. Так, мне, значит, что нужно? Мне нужна шкура и кожа. Этого здесь у нас полно. Этого здесь у нас навалом. Так, ремесло. Где там? Вот он. Металл у меня есть. Шкуры нужно еще чуть-чуть. И кожа чуть-чуть. Ну, в общем, сейчас по ходу дела побегаем. Полутаемся. Единственное, что... Додохин... Так, ты яйца не скидываешь? Не скидываешь. Красава. Погнали, хотел сказать я, но... посмотрим, какой урон она вносит. Так, только для начала тебе нужно подкачать. Давай все-таки здоровечек. Чуть-чуть здоровечек тебе. И посмотрим, какой додошка урон вносит. Вообще, по приколу я ее все-таки притомил. Или она хоть что-то могет. Так, там куча слоняр. Давай одного слоняру. Блин, не, их там что-то слишком много. Анкилка 295, а вдруг я захочу анкилок томить? Это, конечно, ужасно. Вот это вот... Ужас. Так, ты у нас 255. Вот, тебя точно можно попробовать замочить. Ну, 545. В целом не очень. И мою откидывает просто. Да ёб твою ж за ногу. Слушай, она вносит мне урона больше, чем я в нее. Текаем. Короче, я ее притомил по приколу. Все-таки назовем это так. Я ее притомил по приколу, потому что захотелось. Ну, это единственное объяснение вот этому всему. Непотребству. Урона ни о чем. Зато... Зато. Ладно, делкой разберемся. Что мне сейчас нужно? Так, ты точно это, а ты вот... А ты погнали. Погнали разбираться с тем, что не доделала Дилка. Потому что она может сейчас прийти и начать на меня атаковать. И быковать. А мне это не нужно. Надо сходить за полимером. Благо, это здесь недалеко. Так, боковать не будешь? А, нет, красава, боковать не будет, значит, смысла нет убивать. Надо сходить за полимером. Полимер у нас в ледяной там пещере находится, точнее, рядом с ней. Поэтому тут тоже с этим проблем нету. Заодно по пути залутаем немножечко шкуры и... шерсти.
Так, куча полимера у нас бегает здесь. Но самое главное, чтоб в мод не добавлял в эту пещеру что-нибудь свое. Ну, типа какого-нибудь босса. Ну, вроде бы хпшки-то мы не видим никакой полосы хп, так что проблем с этим не должно быть, по идее. Здесь также можно подлутаться металлом. Они, по идее, все ваншотные, так что они не должны разбегаться. То есть они сдыхают до того, как поднимут тревогу. Что должно мне в этом плане очень сильно помочь. Полимер. Ну, в целом, много лутать его нет смысла. Потому что он как минимум портится. Вот, но. Но он точно пригодится. 215 это очень мало. Ну и сходим, конечно же, лутанем металл, раз уж все равно по пути. Почему бы нет? В первую очередь мне, конечно, нужно поставить телепорт и сделать пульт для телепорта, чтобы я мог быстрее добираться до дома. Это мне прям несказанно сэкономит кучу времени. Металл где-то там. А там вроде бы артефакт. Ну, вроде вон там. Или не здесь металл, или все-таки здесь металл. Обычно я сюда прилетаю. Я сюда пешком вообще никогда не хожу. Да, вроде бы здесь металл. Да, куча металла. Кстати, во, слишком ярко было. Я думал, че-то у меня глаза аж болят. А во. Кстати, в этой местности вообще все пустынно. То есть прям вообще никого не заспавнилось. Там заспавнились, там Кайруку. Наверху все, что ли? Но здесь вообще никого. По идее, да, если я сейчас поверху пробегусь, то я немножечко подзачищу и должны появиться. Это не точно. Ну, здесь всегда такая местность была, она какая-то дебильная, и здесь мало кто был. А, немножечко подзатарился, надо будет еще шкуру добить. Что-то там около 1000, да, нужно еще было, я уже не помню. Сколько? Ну, в общем, да. Нафига надо еще шкуру? Кстати, а это что там у меня за это? Привязанность к наезднику 100%? Ого! У элитки привязанность к наезднику 100%. Интересно. Это урон на сопротивление плюс 30%. Это как так? Ну да, привязанность 100%. То есть элитку Тамиши и с привязанностью 100%, что ли, она появляется? Ха, интересно. Не, я-то не против, как бы. Они басявее в этом плане получаются, но вопрос как? Это, конечно, хороший вопрос. Ладно, качаем пока статы так, как получается. А потом уже будем думать, как лучше. В целом, амнезийку можно всегда создать, и проблем с этим не будет. Так, вопрос. Ты сейчас это? И ты побежишь, да? Дожрать, не? Там с Кайруком у меня не получилось немножечко. Что это такое? Альфа Эволюшн? То есть я в трупе могу что-то создать? Эволюшн, трибьют, экстракт. И рок. Из того, что я не могу добыть, это Матрикс, а трибьют у меня, к примеру, есть. Да, слушай, так шкуру я однозначно больше добываю. Прям однозначно больше добываю. Так что погнали, сейчас еще парочку завалим. Надеюсь, это он у меня не сетывается. Отлично. Просто они любят иногда бегать и вбивать. Ну-ка, здесь. А здесь то же самое, только здесь не требуется. А, здесь больше эволюционных трек, ну то есть другие ресурсы требуются. Допустим. Допустим, все даже очень интересно. Ну ладно, я тут про каптодон-то вообще-то там собрался. А что у тебя? А ну урон, естественно.
Какой томить? Седло надеть на прокоптодонта. Кстати, ну-ка. Ию! Прожженная древесина. Я не знаю, я захотел его притомить. Давай вот это возьмем. Так, вот это вот тебе. Вот это вот сюда. Ага, это сюда никак. Это мы убираем. Вот так пополам. Вот это вот выкидываем. Ну-ка. Алло. Вроде бы как-то ж так работает. Типа вот сбрасываем, он хавает. Сколько процентов? Да ты, дяденька, не охренел? Ой-ой, слушай, а деревяху хавать будешь? У меня только деревяха есть в большом количестве. Хочешь деревяху? Деревяху хочешь? Ты это, деревяхой питаешься деревяхой? Вот этим питаешься? Да вроде взял. Ёпрсты. Я пока еще нарублю. Ты далеко не отходи. Так, деревяха говнецо, а... Ой, не-не-не, деревяха говнецо. Давай, ща погоди, я тебе камни нарублю. Чё-то я там посмотрел, там деревяха-то вообще, это... По ходу дела, да, деревяха говнецо, давай, вот, на, я тебе камешек принес. Ой, ты кремень тоже хаваешь, на, тебе еще и кремень. Да, пофигу, на, и деревяху, чё мне эффективность вот это вот, а куда мне ее? Ой-ой. О, ща камешек еще добуду для тебя. Погоди. Погоди, не спеши. Не, ну а чё он здесь бегает такой одинокий? Ему скучно здесь. Так он у меня будет сидеть, камешки раскидывать. Слушай, ты металл еще хаваешь, да? Слушай, давай я тебе металл отдам. Вот ты металл хаваешь, на тебе металл. Чё, мне жалко, что ли? Для хорошего этого Диноса и металла не жалко. Ты только этот, давись побыстрее. Пожёвывайся-то. Вот, на, не жалко. Ё-моё, какая текстура металла, конечно, это просто огонь. Это просто что-то с чем-то. Слушай, что-то он пока что и без металла хавает долго. А ход дела я ему там набросал, так что уже запасом хватит. Как мне тебя до дома везти теперь? Ё-моё! Отлично. У меня есть гача. Зачем? Да, кто бы знал. Ну там хребет светится. Может скоро дропнет какой-нибудь ресурс. Ай, ладно, погнали до дома. Да уж, вот же любитель притомить кого попало. Ладно. В любом случае, почему бы нет? Ну, так бегает вот это вот там. Я бы все равно рано или поздно притомил. Ну, ей-богу, это ж я по-другому не могу. Так, тем временем... Твою мать! Еще и кожи не хватает, ну нифига себе, вот это, конечно, подставу мне тут сейчас кинули конкретную. Ладно. Сколько там кожи не хватает? Пару тысяч? А, короче, 1300, ну и шкуру я золотаю по пути. Окей. Погнали обратно. Хм, ты посмотри, как кто здесь тусуется. Шокрайдер. Во-первых, это первый элементальный. Во-вторых, это что-то интересное. 53 тысячи. Вот интересно, ты сдохнешь или все-таки оглушишься? Первосортинка у меня есть. С собой. Да, попробуем. Так, отлично. Ты уже не сдох, это хорошо. Первосортинку в тебя. Найти траву залутать. Которая лутается. Вот ты. Тайминг поушен. Ну, кстати, так и называется. Тайминг поушен. Вот тупой. Но почему бы нет? Экипируйте седло. Так, ну ладно, ты хавай как-нибудь. Пофигу. Ну что, погнали за мной.
Раз уж притомил тебя, то погнали за мной. Ну, чуть-чуть еще кожа осталась, и шкура. В целом интересная вот эта вся фигня. То есть, по факту, я вот этого Динуса притомил, ну, так сказать, изи-бризи, да? А по факту я от него получил столько плюсов, что просто слов нету. Он оглушает, то есть вот на начальном этапе вот эта элитная дилка, это прям топовый. Много дамажит, оглушает Диносов. Эффект как на Рапторе, то есть ты типа на нем ездишь и за себя можешь постоять. Слушай, прям очень много плюсов, я бы так сказал. Вот кого-кого, а вот дилку я точно не зря притомил. Еще бы дом сейчас найти. Ох, вообще была красота. Хм. В общем, я очень доволен дилкой. Мне дилки всегда прикалывали, а в модах их делают прям вообще гипер таких отвязных на начальном этапе, по крайней мере. Так. Интересно. Да не ку. Аре. Ви. Хм. Шоковая эссенция. А может, на тебя нужно седло простого? Типа этого. Как он там обзор? Кстати, ты тут ничего не сбросил? Ла. Хм, интересно. Ладно, с тобой потом разберемся. Шок. Интересно. Он оглушает или просто станет? Когда-нибудь мы это узнаем. Но это уже будет, наверное, не сегодня. Так. Скидываем все ресурсы. Что это такое? А, айтем коллектор. Ну вот, кстати, надо посмотреть. Он собирает этим. О! А, подожди. Подожди. А, это он типа собирает. Да, он гача кристаллы собирает все это. Ну, слушай, надо на эту пасту делать. Так, погоди-ка, я сейчас задумался. То есть у меня есть куча всяких диносов, у меня куча вот этого всего, но при этом у меня стоит кибитка 2 на 2 с тремя крышами и с тремя стенами. И даже ступки нету. Что-то вот такое развитие у меня в первый раз. Без шуток. Вот настолько тупое развитие у меня в первый раз. Так, а где трава лутабельная вообще? Что-то здесь вся трава вот эта, которая здесь, она не лутабельная, по ходу дела. Ёп, туда, ой, вообще, короче. О, это у меня. Ты посмотри, кто здесь тусуется. Пойсон. Хм. А чё это я не заметил? Да пошел ты. Сдался ты мне больно. А, ты даже залезть не можешь. В общем, лутаться нужно в нормальных местах, а не вот в этих вот... дебильных трех кустах на всю деревню. Но даже так я умудрился нормально так собрать травы. Пойсон, вот это интересно. Но с другой стороны, а для чего мне именно пойсон? Ну, в смысле, вообще для чего он мне нужен? Вот этот опустошитель. Для того, чтобы оглушать, ну, допустим. То есть шоковый я оглушил просто потому, что мне стало интересно, что шоковый дает. Чаще всего шоковый он дает просто этот... Так, давай, поломаем тебя уже. Шоковый дает просто именно оглушение. Он не дает... Ой, ну, он не оглушение, а стопорит, как бы...
То есть не оглушает, а притормаживает динозов. Да, немножко он оглушает, но в основном он только как притормаживает. То есть в основном у него вот так, насколько я знаю, это дело работает. Бестолгачи. Головысь, металл. О, металл, много металл. Так. И мне нужно... Грибная древесина. Благо она дропается с кристаллов. Рано или поздно она появится. Я просто не знаю, где еще грибную древесину добывать. Да уж, смешно. Но в целом довольно-таки неплохо. Да, конечно, беленький он выглядит просто ужасно. Вот это вот его черный оскал, это прям такой, как это... Как фильм ужасов какой-то. Говно? Ты что, говно собрал? Ну, ладно, не мне тебя осуждать. Навык изготовления же тебе надо качать. Точно. Даблэв лапнул. Ну, что могу сказать? Сегодня получилось вполне неплохо. Ну, раз ты какашки собираешь, на тебе еще. Сегодня получилось вполне неплохо. А, в том плане, что... Так, яиц не дропнуло? Не дропнуло. Во-первых, обустроились немножко. Во-вторых, притомили, получается, нужных, ненужных. Ну, в общем, диносов-то притомили. А сейчас из ближайшего нужно все-таки делать большую базу. Станки. Ну, как большую базу? Куда хотя бы станки влезут. Вот, и уже строится, хотя бы создавать электронику. Электронику можем создать только крафтом. Лутать тегдинцев не можем. 22 миллиона для электроники. Для того, чтобы лутануть электронику, я точно не выбью. Вот, поэтому как-то так. За кадром я, как я уже сказал, получается, буду делать именно обустройство дома и немножечко расширение вот этого всего. А там уже будет видно, что, как, да где. Кстати, хочу забраться на скалу и посмотреть, как это... Вот эти крылья работают. Дебильные. Но они же должны подниматься как-то. Наверное. В видео он поднимался. Он летит, мать его! Я зажал Shift и управляю им. Кстати. Стега. То есть я просто вот зажал Shift, и я могу управлять этими крыльями. Вот это я понимаю полет. Только нужно это взлететь по-нормальному. Shift надо было зажать. Кто ж знал. Также ловишь потоки. Только ноги разбиваешь к себе, естественно. И все. А узнал это, потому что бежал, и не отпуская Shift, это, полетел. Прыгнул, точнее. Клево. Вот это намного уже быстрее перемещение идет. Кстати, он до талого прям поднимается, или все-таки когда-нибудь у него это закончится? Запал подъема. Там вроде бы не заканчивается. Чё это такое? Шерстистый носорог? Вот и дурной. Вот, кстати, они начинают потихонечку заполнять вот это вот места. Они там помирают поверху, и вот начинают спавниться. Во-во-во, вот они пошли спавн наконец-то. Ой. Ну, в общем, короче, да. Как-то так. Ну, а на сегодня я уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну и, конечно, делиться моим видео с своими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.